года французский дворянин Гуго де Пейн собрал 8 своих родственников рыцарей, включая Гаспара де Сантомера, и организовал ополчение бедных рыцарей Христа на службе Ордена Гроба. Это ополчение было преобразовано в новый орден, получивший название Ордена рыцарей храма. Первоначально целью ордена была защита пилигримов и паломничество к святым местам на Ближнем Востоке. Свой орден они назвали бедные рыцари храма Соломона. Они были особо нищими, но двух человек у них была